Всем вкусного дня! Меня зовут Перчинка, и я фуд-блогер. Сегодня я познакомлю вас с интересным рецептом. Смотрите! Нежнейшая творожная запеканка с вишней готовится без добавления муки и с минимальным количеством сахара. Запеканка получается очень сочной, в меру плотной, а вишня обеспечивает приятную кислинку. Отличное дополнение к утренней чашечке чая или кофе. Подготовьте продукты по списку. Творог подойдет с любым процентом жирности. Я использовала обезжиренный. В глубокой миске соедините манную крупу, яйца, соль и ванильный сахар. Перемешайте венчиком до однородной консистенции. Добавьте творог, еще раз перемешайте и оставьте примерно на 15-20 минут для набухания манной крупы. Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Пока набухает манка, подготовьте вишню. Ягоды вымойте, удалите косточки. Я это сделала с помощью обычной металлической шпильки для волос. Добавьте сахар и перемешайте. Манная крупа набухла, и творожная масса для запеканки стала более густой. Переложите творожную массу в форму для запекания. У меня керамическая форма диаметром 17 сантиметров. Сверху выложите вишни и слегка утопите их в творожном тесте. Отправьте форму в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Масса должна стать плотной и слегка пружинить при надавливании. Творожная запеканка с манкой и вишней готова. Слегка остудите ее в форме, переложите на блюдо и подавайте к столу, по желанию украсив свежей вишней и листиками базилика или мяты. Легкая творожная запеканка с манкой в качестве завтрака украсит и наполнит энергией любое утро. Если десерт недостаточно сладкий, полейте его медом или джемом по вкусу. Приятного аппетита! Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!